Одесский муниципальный театр извинился за песню «Потому что в лагере. Новый год» в исполнении Михаила Шуфутинского. Напомню, данная композиция звучала на Думской площади в тот момент, когда дети с родителями фотографировались около главной новогодней красавицы Одессы, сразу после ее открытия. Мэрия всю вину перекладывает на подрядчиков, которые после официальной программы якобы решили поставить свой плейлист. Однако, почему к аппаратуре был свободный доступ людей, которые не отвечают за музыкальное наполнение праздника, в муниципалитете не объясняют. Артисты и администрация театра забрали свои музыкальные инструменты и ушли. Подрядчики, которых мы нанимали для технического обеспечения мероприятия, остались грузить свою аппаратуру. В это время звукооператор включил плейлист с новогодними композициями, фоновой музыкой. И среди них прозвучало произведение, которое вы слышали. Мы приносим свои извинения одесситам за столь нелепую случайность. Напомню, на городском празднике, когда открывали елку, прозвучала композиция в стиле тюремного шансона. В этой песне, в частности, воспеваются насильственные однополые отношения в местах лишения свободы. Новый год, выберем Снегурочку, кандидатом у нас прям хоть отбавляй. Столичный пижон и ростовщик курочкин, да еще петушок с кличкой Бутерфляй.